Ребята, всем хорошего дня. Я поехал снова на площадку в школу, школьную. С приятелями сейчас будем там тренить. Погода у нас чудная. Пока показывает 28 градусов. Вот сейчас все вам покажу, расскажу. Ну вот мы, ребята, и прибыли на наше место тренировки. Вон один Максим пока стоит. Третьего не вижу пока. Ребят, начинаем с ног. Будем делать выпрыгивание. В простонародье это упражнение называлось джамп. У нас был один товарищ, Денис. Денис, если ты нас смотришь, то это было твое любимое упражнение. Ты его называл джамбо. 12 раз, отлично. Да, четвертый. Выпрыгивание. Ноги будут как два больших столба. Кто бы что ни говорил. Хорош. Выше выпрыгивай, Пей. Хорош. Красавчик. Вчера обратил внимание на видео, что я слово красавчик сказал очень много раз. Да. Сегодня постараюсь говорить слово меньше. Как ощущения? Ноги гудят уже, начинают. Гудят? Отлично. То, что надо. Разминка, отжимания на брусьях. И сам удар чисто разминочный. Так, по чуть-чуть. Отжимания на брусьях. Делает, опускается до конца, разгибает руки до конца, максимально правильно. Ну, коленки, кому как удобно тут уже. Если ногами достаешь до пола, то нужно, конечно, коленки подогнуть. Отлично. Кстати, отжимания на брусьях. Ну, если вспоминать по институту и школе, как крайние классы школы, ну, у всех получалось максимально сделать большую грудь, ну, нарастить реально мышцы на груди растут вот, именно от отжимания на брусьях максимально. Я тебе говорю, вот сколько знакомых там не делали жим, хорошее упражнение, спору нет, но ученые доказали, что именно нагрузка перпендикулярная, то есть, грубо говоря, ну вот как ты отжимаешься, она для роста дает больше. Я не знаю, почему так, ну, такая физиология, но это так, реально. Вот я говорю, всех друзей, кто был, много отжимались на брусьях, и у всех грудь росла. Я вот, ну, так, такая метаморфоза. Поэтому эта тяга на спину, ширина спины, грубо говоря, ну, вот эта работа с резинкой, резинка вообще неплохая вещь. Конечно, если вы не хотите добиться там супер результата в бодибилдинге, ну, просто хотите подтянутую хорошую фигуру, мускулистую, то резинка, в принципе, заменяет гантелю. Да, и вот это упражнение повторяет, в принципе, тяга на гантели в наклоне. То же самое движение. Петр держит ровно спину и отводит лопатку до конца. То есть вот эта часть у него напрягается. И таких 10-12 повторений. Резинки разных бывают, так скажем, жесткости, да. То есть это не одна из самых жестких, но ее можно свернуть в две, и поэтому жесткость увеличивается. Ой.
11. Черт, другой рукой. Мы сегодня более легкая тренировка, понял, Петь, почему? Потому что вчера загрузились, сегодня мы тоже работаем, но с меньшей нагрузкой. Ноги подделали больше. Больше нагрузка на ноги. Но в любом случае, ноги — самая большая группа мышц. И когда, ну, то есть, грубо говоря, самый большой самый отклик, тяжелый, гормональный, да? Отклик, да. То есть подтренил ноги, и в любом случае гормоны передают, скажем, свою способность на другие мышцы. Ну и по третьему разу. Ладно, ничего не говорю. Плечи, плечи. Легкие плечи. А сколько надо вообще? Где-то много. Пол где-то, половинку. Давай, давай. Просто как будто ты поднимаешь гантель или штангу. Упражнения для плеч. Тоже это можно делать с резинкой. Если сил мало, можно через две ноги просовывать резинку и поднимать. Тоже как будто ты гантели или штангу поднимать. Заключительное упражнение — подтягивание с резинкой. То есть, кто хочет,